Давайте возьмем гус. Хороший гус. Зачем ты мучаешь гуса? Так, гус, давай иди сюда. Давай, на, эти. Все больше дам. Вы хороший. Ну, класс. Вы поняли расценки, да? Уходите. Уходите. Ой. Не мучай гуса. Давай, белый гус. Уходи. Уходи. Расценки. Нет. Этому расценки не нравится. Давай, вот ты шаришь. Ты шаришь за жижу. О, хорош. На. О, хороший гус. Смотри. Это тоже? Да, да. Самец пошел. Самец. Ух, самец. Какой самец. Не, это самка. Самочка? Да. Вот здоровый самец. Попку мне показала самочка. Че, все что ли? Все. На. Ну что, подходите. Слушай, самец он явно не испугается. А вы уверены, что можно есть буквы? Да. В мытищах все кормят буквы. А я читала, вот, что в Сочах нельзя кормить лебедей. Например, буквами, это очень плохо. Но это не лебеди. Давай большой, ну тебе. Но вдруг им плохо. Ну я не думаю, что они там, типа, они ж немного съели. Давай, не больше. Давай, мы с тобой уже знакомы. С тобой неинтересно играть. Давай, беленький. Ты вот этого вот здорового корми. Здорово просто будет. Здоровый, он ждет, пока к нему подойдут. Ну давай. 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 Да не, он орет, но нифига не делает. О, ништяк. О, это nice goods. Ты самый любимый у нас. Самый nice goods. Да, они хлебушек кушают и нравится ему как гладить. Так, все-таки дикие они или не дикие? Но они скорее не дикие уже. Ой, хороший гус. Ништяк. Смотри, как хвостом виляет. Вожак. Так, вожак идет. Давай, подкормим тебя, подкормим вожака. Ну вот смотри, вот этот здоровый, это гусь. А остальные гусыни. Да. У них тут, наверное... Чё? Гусыни, давай. Не знаю, как гуси, но уткам слепо плохо. Я в Питере пошел, узнал такую муть. Погладишь ему тогда? Это да. Не натурально для них пищи. Им перловочку. Крупу. Смотри, вообще не знаю. Какой он мясной, да? На ощупь. Хотите дать? А, на ощупь? Ну, жестковато он на ощупь. Жестковатый? Жестковатый. Ну, слушай, он вообще адекватен, его можно вообще гладить. Вот. Бери, просто гладь и все. Вот, просто бери, гладь. Вообще не зашли. Гордый. Мне голос есть. Ты прям вытяни ручку, он тебе сам не вытянет.